Мы не можем знать, существует ли вокруг Владимира Путина какой-то заговор. Но это не суть важно. Важно то, что заговор этот действительно может существовать, а его вероятность измеряется вполне реальными цифрами. Путин в один день изменил жизнь практически всего своего окружения к худшему. Богатые и очень влиятельные люди каждый день теряют миллиарды долларов и надежду на будущее. И они могут быть сильно встревожены по этому поводу. А решение всех проблем – вот оно. Это жизнь одного конкретного пожилого мужчины. Ну или его нахождение у власти. Путин сейчас как толстый кошелек, забытый в метро. Не факт, что его украдут или собираются украсть, но он точно привлекает к себе всеобщее внимание по этому вопросу. А в ситуации, когда существование заговора становится реалистичным, и когда все могут быть недовольны и никому нельзя доверять, в такой ситуации весь объем реальной власти переходит к спецслужбам. К людям, чья работа – поиск и разоблачение заговоров. И они будут находить и разоблачать их. Так уж устроена бюрократия. Она не может просто так существовать. Она будет все время искать и находить себе работу. В высшей бюрократии неизбежны чистки. Не потому, что кто-то этого хочет или не хочет, а потому, что спецслужбы поставлены в ружье поиска заговора и обязательно его найдут, потому что большой страх порождает большую агрессию. Обратите внимание, как изменили репрессии и всевластие спецслужб настроение в активной части российского общества. Над ним повисла атмосфера страха. Люди уезжают, вычищают свои соцсети, боятся говорить даже иносказательным языком. Почти каждый оставшийся в России противник войны примерил на себя перспективу уголовного преследования, которое может случиться в любой момент. Но если мы возьмем реальные цифры, то речь идет о 200 дел за 2 месяца, которые противников войны официально преследуют. 200 уголовных дел на 1 000 000 единиц антивоенного контента. Даже если в будущем будет речь идти не о сотнях, а даже о тысячах, даже в этом случае шанс попасть под уголовное дело для одного отдельно взятого рядового человека останется совершенно призрачным. Как крупный выигрыш в лотерею примерно. Очевидно, что до каждого не дотянутся. Не дотянутся до большинства. Не дотянутся даже до каких-то существенных процентов от высказывающихся. Но единичных в общей массе посадок хватает на то, чтобы заткнуть людям рот. Чтобы они боялись свои взгляды даже громко обсуждать в ресторане. Чтобы боялись лишнего стука в дверь. Так сегодня себя чувствуют люди, реальный шанс для которых подвергнуться уголовным репрессиям гораздо ниже, чем шанс серьезно пострадать в автокатастрофе. А теперь представьте себе состояние людей, чье поголовье измеряется сотнями, и кого Путин знает в лицо. Кому грозит не какой-то рандомный прилет трагедии, как рядовому гражданину, но за кем персональный пригляд. Эти люди каждый день живут в системе, где у стен есть уши, где что не прослушивается, то обязательно докладывается, где любая неловкая фраза, сказанная на дружеской посиделке, может уйти наверх, причем в искаженном и максимально компрометирующем автора виде. И если у рядового человека есть семья, есть какой-то свой близкий круг, в котором можно говорить свободно, та самая советская кухня, только более расширенная сейчас, то вот для министров, олигархов, для Совета Безопасности, для всей политической элиты, для них нет вообще ничего, никакой отдушины. Их образ жизни – это не только большой комфорт, там, жизнь в окружении челяди на всякий случай жизни, водителей, охранников, горничных, официантов, садовников, личных массажистов и парикмахеров. Но еще это буквально жизнь в окружении миллиона глаз и ушей. И любой твой разговор по телефону не может быть прослушан, а обязательно будет прослушан. Я вовсе не хочу пробуждать какое-то сочувствие ко всем этим персонажам, населяющим высшие этажи российской власти. Ничего подобного. Именно они сами построили эту систему, сами ее поддерживали и продолжают поддерживать. Их мне жаль совершенно в последнюю очередь, пусть насладятся своей антиутопией, они заслужили этого как никто другой. Но просто стоит понимать, в каком мире живут эти люди. В мире, где спецслужбы ищут заговор и жаждут жертв. И жертвы эти обязательно найдутся, причем в самое ближайшее время. И если жертва окажется не ты, то ей будет близко знакомый тебе человек. Совершенно любые слова, поступки, нынешние и бывшие связи, буквально что угодно – может тебя погубить. Понимая это, нам становится очень легко объяснить тот фестиваль лоялизма, который устраивают люди, ранее незамеченные в каком-то инициативном людоедстве. Откуда берутся эти собянинские полки, например?
Почему градоначальник, положивший столько сил на публичный образ эффективного менеджера, организует мобилизацию? Почему высшие бюрократы типа Сергея Кириенко внезапно меняют пиджак с галстуком на спортивный костюм или военную гимнастерку и едут на оккупированные территории? Это для них буквально игра в музыкальные стулья, только где ставка – жизнь. Там, где к концу песни нельзя остаться последним, ведь тогда тебе не достанется стула. Крайний будет обязательно. В текущей ситуации некорректно говорить об отсутствии конфликтов среди элит, судя по публичным выступлениям и публикациям высшей номенклатуры. Это также некорректно, как и говорить о почти повсеместной поддержке войны, смотря на результаты социологических опросов. В обоих случаях мы не слышим голоса тех, кто против, так как эта позиция объявлена вне закона. При этом у обычного россиянина, если ему позвонят с незнакомого номера и попросят рассказать об отношении к специальной военной операции, есть вариант сбросить вызов. Представителям элиты сложнее. Они не могут промолчать на вопрос журналиста, сделав вид, что не знают про такую страну, Украину. Как-то уж им придется ответить. И не имеет особого значения, кем ты назывался до войны, системным либералом, государственником или имперцем. Если не хочешь быстро уезжать из России или заснуть на нарах, тогда ты будешь говорить о денацификации и демилитаризации. И будь ты хоть Сарданоев Ксентьевой, которая строила свой публичный образ на независимости от Единой России, которая публично голосовала против обнуления Путина, и с трибуны Госдумы призывала не признавать ЛДНР, чтобы сохранить возможность решить конфликт мирно. Раз началась война, то тебе, хоть ты и Авксентьева, придется рассказывать про скапливание оружия у наших границ и цитировать Владимира Владимировича. В сегодняшней России положение вот таких так называемых системных либералов самое незавидное. Именно они станут первыми жертвами внутриэлитной борьбы, которая в полную силу развернется, как только стихнут пушки, а может быть и до этого. Многие признаки этого процесса мы уже видим. Например, разгром окололиберального образования. Ректор РАНХИГС Владимир Мао отправлен под домашний арест. Мао, хоть и работал в команде Егора Гайдара, человек абсолютно лояльный нынешним властям. А его университет многие годы работает кузницей кадров для правительства и для крупных корпораций. Ректор другого либерального вуза Шанинки находится в СИЗО. В высшей школе экономики сменилось руководство. Ошибкой было бы считать все эти учебные заведения рассадниками оппозиции и угрозы режиму. Но ситуация такова, что даже они становятся мишенью, как и системные либералы во власти. Сразу надо оговориться, что сам этот термин «системные либералы» – вещь условная. Мы в меньшей степени имеем в виду экономические воззрения и политические взгляды. Скорее речь идет о представителях властной элиты чуть более человекообразных, чем Николай Патрушев. О людях, которые никогда публично не поддерживали кровопролитие и создавали себе имидж уважаемых профессоров, бизнесменов и реформаторов. Наиболее известный из этой группы человек – это Анатолий Чубайс. Опять же, не потому, что он какой-то великий либерал. Все свершения Чубайса на почве либерализма относятся к 90-м годам. В путинские же годы он работал много лет государственным менеджером. Чубайсу в какой-то степени повезло. Он оставил свой единственный серьезный на тот момент пост главы Роснану еще в 2020 году. После этого он чувствовался представителем президента по связям с международными организациями для достижения цели устойчивого развития. Понятно, что это была форма почетной отставки. Да и о каком устойчивом развитии вообще теперь можно говорить? Анатолию Чубайсу удалось уехать из России так, чтобы это не выглядело дезертирством в глазах путинской верхушки. Возможно, сказалась историческая роль Чубайса в карьере Путина. Именно он в середине 90-х пригласил малоизвестного питерского чиновника на работу в администрацию президента, которую Чубайс тогда возглавлял. Учитывая его бэкграунд и репутацию, Чубайс был бы первым кандидатом на показательную расправу за все пережитые Россией страдания. Он рисковал стать хедлайнером своеобразного исторического процесса над виновниками развала СССР и авторами лихих 90-х, так как, в первую очередь, других непосредственных участников тех событий почти и не осталось. Ну, кроме, может быть, Михаила Горбачева, но он уже слишком стар, чтобы его всерьез использовать в пропагандистских целях. Другим так называемым системным либералам повезло меньше, чем Чубайсу. По состоянию на 24 февраля 2022 года все они оказались при государственных должностях и теперь не могут просто так их оставить без специального разрешения Кремля. А добровольное увольнение в военных условиях вполне может приравняться и к госизмене.
первую очередь это относится к Алексею Кудрину, Эльвире Набиуллиной и Герману Грефу. Кудрин и Греф – старинные друзья Путина. Они работали вместе в мэрии Санкт-Петербурга. Обоих можно считать архитекторами нынешней российской экономики. Именно Кудрин в свое время продавил идею не тратить нефтяные сверхдоходы, когда цены на топливо взлетели вверх, а откладывать их в специальный резервный фонд на черный день. Теперь мы видим, что понималось под этим черным днем. Вовсе не развитие инфраструктуры, не помощь россиянам в разгар пандемии и коронавируса, а ведение войны. Справедливости ради, вряд ли Кудрин и Греф предполагали и поддерживали такое развитие событий. Греф много лет работает главой Сбербанка, например. Маловероятно, что он рад видеть, как дело его жизни обращается в прах. Но он не может просто все бросить и уехать. Сбербанк слишком важен для устойчивости остатков российской экономики, и обменять кресло президента банка Греф сможет только на тюремную камеру, по примеру еще одного системного либерала Алексея Улюкаева. При этом Кудрин и Греф всегда были среди наиболее критикуемых чиновников, доставалось им главным образом за якобы либеральные взгляды. При дальнейшем сдвиге повестки влево, что уже происходит, и при невозможности исчезнуть, как Чубайс, Кудрин и Греф сейчас, пожалуй, находятся в наиболее уязвимом положении. Как и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. После начала войны вбросы о ее попытках оставить свой пост исчислялись едва ли не десятками. Впрочем, потом материалы приобрели другой оттенок. Мол, Набиуллина не может бросить ЦБ, потому что как только она это сделает, туда назначат Глазьева. Что было бы очень весело. Профессиональные экономисты о работе команды Набиуллиной отзываются очень положительно. Даже Сергей Гуриев, которого невозможно заподозрить в симпатиях к российским властям. Но мало в нашей стране чиновников, которые вызывают такую же волну критики. Набиуллиной достается и от олигархов типа Дерипаски, и от сторонников движений типа НОД, которые считают ее ставленницей Госдепа. И от популистов, желающих напечатать побольше денег. Любая ошибка может дорого обойтись Набиуллиной, и что ей с этим делать, не очень понятно. Зато вот Дмитрий Медведев придумал выход из похожей ситуации. Он просто стал много бухать. Зато вот Дмитрий Медведев придумал выход из похожей ситуации. Он переобулся и из голубя решил стать наиболее суровым среди ястребов. Это человек, когда-то рассуждавший про свободу, которая лучше, чем не свобода, но теперь он мало чем отличается от Рамзана Кадырова, например. Таким образом, когда мы пытаемся думать о том, что эти люди делают или не делают, например, устраивают ли заговор или нет, надо понимать, все окружение Путина, неважно на каких позициях оно стоит, неважно каких взглядов придерживается, находится в совершенном ужасе. Эти люди буквально находятся в измененном состоянии сознания, потому что вероятность стука к ним в дверь не то что в разы, она на порядки выше, чем та же вероятность в отношении обычного гражданина, даже если он из всех орудий и по всем соцсетям топит против войны. Мне кажется, чтобы адекватно оценить их состояние, нужно вспомнить каждого из нас в первые дни после 24 февраля, когда страх и стресс настолько сильны, что проявляются физиологически, когда ужас настолько силен, что забытые много лет назад болячки вдруг прорываются наружу, а спать без перерыва не получается больше 2 часов, чтобы не проверить посередине новости. Но у нас, по крайней мере, были семьи и были друзья, у них нет. Они никому не могут доверять. Они один на один со страхом. Причем, если каждый из нас мог фантазировать, что кто-то постучится в дверь, они точно знают, кто может постучаться в дверь и какие грехи за душой имеются. Прямо сейчас от всех этих людей не нужно ждать ничего, кроме симптомов страха, кроме крайнего верноподданничества и попыток бежать впереди паровоза. Показывать, что нет, не он, не эта конкретная чиновничья единица может стать потенциальным предателем, а значит и жертвой. Но хорошая новость в том, что страх – некомфортное ощущение. Настолько же, насколько он парализует в первое время, он требует любой ценой избавиться от себя чуть погодя. А избавление это, возвращаемся к началу, в одном единственном человеке. И не сегодня, так завтра эта мысль начнет формироваться в головах тех, кто реально может добиться отстранения от власти Владимира Путина. До завтра.